Путешествие во времени еще не изобретено. Это произойдет только через 30 лет. Я один из многих специализированных убийц в моей реальности, названных петлителями. Поэтому, когда преступные организации хотят кого-то убить, они закидывают их ко мне. И я устраняю эти объекты из будущего. Петлителям хорошо платят. Мы живем роскошной жизнью. Есть только одно правило. Никогда не позволять объекту сбежать. Даже если твоя цель — это ты сам. Я все исправлю! Я найду и убью его! От режиссера Райана Джонсона. Путешествие во времени — то еще дерьмо. Зажарит твой мозг, как яичницу. Брюс Уиллис. Джозеф Гордон-Леви. Эмили Блант. Петля времени.